Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня у нас пятница, а прилетел, значит, Зур. Прилетел у нас Настранник, достаточно редко он тут бывает, но бывает. Вот он. Привез он нам новинки, что касается данной инграммы роковой. Она идет одна на три персонажа. Подходите к покупке с умом, потому что она вам дает недостающую экзотику. Мне лично вот она дала Гикельберри. Вот эту ппшку, говорят, она хорошая, я еще ее не тестил. По поводу этой инграммы, она, во-первых, дорогая, и притом, еще раз говорю, да, она дает недостающую экзотику. Если у вас есть вся экзотика, тогда не покупайте. Нет смысла абсолютно, 97 кристаллов это дороговато. Купите лучше тройку монет, также есть шанс выбить экзотику, но шанс невелик. По поводу пятерка мечей, это апгрейд вашей карточки сумеречных испытаний, да, если вы до сих пор этого не сделали, сделайте. По поводу герпа Альфа-Волка, отличная вещь, у каждого титана обязана быть. В ПВЕ, в ПВП, особенно если вы играете через дальний бой. Вот, рейды обязательно, эта шмотка обязательно для любого титана. По поводу шут под знаком близнецов, данная шмотка была бы актуальна до того момента, когда у нас радары были еще и в соревновательных, и в девятке. Сейчас их нет, поэтому спорно, на вкус и цвет, как говорится. Режим Сурос, есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Хороший очень автомат, в ближнем бою лучше стрелять от бедра, то есть ниже урон. Скорострельность выше, если вы стреляете прицельной стрельбой, урон выше, скорострельность ниже. Но еще раз говорю, он такой, достаточно специфический, но все-таки кому-то он зашел, поэтому найдет своего покупателя 100%. Ну и по поводу когтя Хамкара, это на Варлока идет, дает дополнительный удар, да, для ближнего боя, то есть вы бьете таким двойным ударом. Я уже встречал, очень жесткая вещь, то есть у Варлока есть такой ближний бой, с ним и так тяжело в ближнем бою, а вот с этими перчатками еще труднее. На этом у меня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на группу, на канал, пишите свои комментарии ниже, всех благ, друзья!